Это здание чайной. Вот желтого цвета здание, это чайное. Трубы торчат. А это магазин, который рядом с чайной. Не скажу, какого подразделения это все находится. А какой части. Да, оставлю это для подписчиков канала, для участников групп. Группы Алтайский. Да, вот магазин. Мы были с вами сейчас буквально 5 минут, 10 минут назад. Вот здесь, у этого здания, это здание школы начальной. Только мы были с той стороны, вот оттуда. Там по площадке ходили. За спиной у нас магазин. Вот это казармы. Даже посмотрим, если возможность есть, мы посмотрим. Вон два дома. Слева и справа. Пятиэтажные две коробки. И чайная. Куда мы идем? Это магазин. Хорошая солнечная погода, половина 11. Прохладно. Сейчас градусов может быть 4-5 тепла. Было 1 градус рано утром. Магазин. Чайную заглянем. По всем помещениям ходить не будем. Мало кто, кстати сказать, мало кто что узнает. Если кто узнает, то не признается. Вот тут тропинка, как натоптана. Вот небольшая тропинка. Животные натоптали. Действительно, что-то слишком маленькое. Но тропинка узенькая. А что им там? Не широкие же животные. Да. Вот им сейчас благодать. Вот солнце ушло, только сказал, хорошая солнечная погода. Вчерашним днем был все-таки дождь. Был довольно неплохой. С обеда пошел. Наверное, 12:30 уже был дождь. Еще раз. Округа. Да, в ту сторону, вот туда шли. В ту сторону, там уже территория школы прапорщиков. А мы сюда, в чайную, заглянем. Ненадолго. Вот он вход. В чайную. И заходим сюда. Все было обшито панелями. ТСП. Помыли руки. Раздевалка, наверное. Это подсобное помещение уже. Ну, нам сюда не надо. Зато он лежит в задней мост. Это у нас свет горит. Интересно, как он включился, интересно. Сейчас будем выключать. Нам он не нужен. Вот, зашли. Конечно, было здесь здорово. Красиво было.
удаляли все эти следы. Вот здесь видимо была выкладка была, наверное. Здесь заходили бойцы сюда. И толпиться, наверное, прилавок был. О, здесь что-то набрал полный поднос. В две руки и вот сюда вышел. Тут, наверное, столики были. Такая вот. Проем дверной или арка? Арка скорее. Вот. И зал. На окнах решетки. Ну, на всякий случай. Двери вон какие. Из труб. Да, свет горит. О, как мы двери спокойно открываем, закрываем. Это проволока. Из проволоки орнамент сделан. Навесы. Посмотрели. Развернулись и на выход. К сожалению, не могу свет выключить в процессе съемки. Так-то не мешает, но аккумулятор садит. Как уже включился. Вот солнце на улице. А мы со светом ходим. Еще раз помыли руки и вышли. Выходим, да. Значит, где мы вышли. И сюда посмотрим. Вот тут как раз тыльная сторона. А вот общежитие вольнонаемных. Если ошибся, то извините. Вот это общежитие. Были во всех помещениях, у нас есть видео. Это здание санчасти. Белый цвет. Санчасти. Извините, это чайная. Где мы были сейчас. А тут магазин. А тут школа, в котором мы были на территории в первом сегодняшнем видео. И тут мы будем завершать съемку. И пойдем дальше. Чайная. А вот так прямо, вот между зданием чайной, зданием чайной и санчастью прямо, по-моему, там почта, узел связи. Да, везде мы уже были с вами.